Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу сегодня с вами поделиться одним очень интересным и вкусным рецептом. Называется чебуреки ленивые или чебуреки быстрого приготовления. Делаются очень быстро и получаются очень вкусно. Для этого нам понадобится лаваш любой из магазина и фарш. Фарш я заранее приготовил и сразу сейчас расскажу, что у меня в фарше. 80% свинины, 20% курятины, немного совсем вареного риса, морковочка и пару луковиц. Вот такой у меня фарш. И сейчас покажу, как я делаю ленивые чебуреки. Берем лаваш. У нас в магазинах продают такой вот лаваш. Очень вкусный. С него можно делать различные рулеты и различные блюда. Получается очень вкусно. А мы любим делать вот такие вот быстрые чебуреки. Если нету времени возиться с тестом, то идем в магазин, покупаем быстро лаваш. Можно даже и покупать и готовый фарш уже в магазинах, если у вас он вкусный. Вот делю лаваш на такие вот прямоугольнички. Если хотите, чтобы получалось красиво, то можно делать конвертиками, но тогда у вас остается остаток, который вы просто так съедаете. Пару чайных ложек фарша и равномерно, тоненько размазываете по лавашу. Я говорю, рецепт очень быстрый, несложный, и поэтому нам всем он очень нравится. Буквально минут за 20 можно приготовить заготовочки под чебуреки и потом быстро пожарить. Вот так вот складываем, и получается такой конвертик. А можно взять просто прямоугольничек. Примерно глазами делим его пополам. Также берем 2 чайных ложки фарша и равномерно размазываем. Ну, мне кажется, треугольнички проще поместить на сковородку, чем прямоугольную форму. Ну, тут вы уже смотрите, кому как удобно. Вот так вот делаем. И опять же складываем и хорошо приминаем. После того, как вы подготовили чебуреки или заготовку под чебуреки, как видите, сделал и треугольных, и прямоугольных. Наливаете немного растительного масла в сковородку. Почему немного? Чтобы они не были жирными. И начинаем жарить. Ставим сковородку на маленький огонь. Совсем немного наливаем растительного масла. Тоненьким слоем, чтобы все растеклось по сковороде. Даем маслу хорошо нагреться и начинаем жарить. Масло хорошо нагрелось и начинаем жарить.
Так вот, конвертики ложатся в сковородку. И на медленном огне аккуратненько их прожариваем. После того, как появилась румяная корочка, переворачиваем. Могут подламываться. Ничего страшного. И потихоньку жарим. Пока со второй стороны не появится такой же золотистый цвет. Сейчас посмотрим. Хорошо поджарилось. Теперь достаю на тарелку и будем пробовать. Опять, после того, как достали чебуреки, добавляем немного масла и укладываем следующую партию. Видите, хорошо, что сковородка большая, потому что прямоугольных на маленькую сковородку залазит только один. И точно так же жарим. И пока жарятся чебуреки, сейчас снимем пробу. Пока у нас жарится следующая партия чебуреков, мы попробуем, как у нас получились эти. Фарш прожарился. Такие хрустящие, довольно вкусные. И очень быстрые. Друзья, рекомендую. Надеюсь, вам очень понравится. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. И настоятельно рекомендую воспользоваться данным рецептом.